матерях. Вот чаем цыганским могу угостить. А что, беда какая? Вижу. Вижу, милая. Видно, придется грех на душу взять. Говорят, цыгане давали гвозди для распятия. И то Господь Бог простил. А злоба черная вокруг тебя кольцом сжималась. Кольцо сжималось, сжималось, разорвалось. Драгоценное сердце выпало. А открылся путь на все четыре стороны. Какой дорогой не пойдешь, близко ли, далеко ли, по судьбу свою не объедешь, не обойдешь. Упадешь в бездну, несчастье горе. На высокую вершину поднимешься, на жизнь твою оглянешься. Кто руку тебе подаст, тот и судьба. А ждет тебя жизнь долгая, дорога длинная. Твоя дорога только начинается. Судьбу свою встретишь у своего порога. Алло. Девушка, миленькая, я вас умоляю. Меня просто не было, я сегодня обязательно заплачу. Если не оплатите, я вас умоляю. Хорошо. Но если сегодня не заплатите, отключу. Хорошо, извините, пожалуйста. Алло. Уняет? Вербицкая говорит. Послушай, поэт, то есть надо иметь гражданскую, а? Да мне надоели твои обещания. Иосиф умер, значит, долги можно не возвращать. Угу. Да я не могу больше ждать, мне за телефон заплатить нечем. Тысяча 500. Будете оформлять? В долларах. Нет, в рублях. Да вы что? Это же русская бронза. Антик, 19 век. Не совсем русская, не совсем 19-й и не совсем антик. Ну хорошо, раз вы такой специалист. Минон? Привет! Невероятно! Ленка! Ленка! Привет! Джим, I would like to introduce you to my friend, Helen. Glad to meet you. She's a big movie star. Not so big as you think. Come on. Beautiful, darling. Hey, look at me. Инна Сергеевна, альбом по эротике принесли. Будете оценивать. Okay, I think I have something in it. Special for your erotic album. Can you help him? Oh. Yes. Okay. Bye bye. See you later. Alligator. Лемка. Пойдем. Пойдем. Чем ты занимаешься? Картины пишешь? Да нет, на свое время не хватает. Видишь, чужие продаю. Салон приобрела. А это кто? Да?
ассистент-оператор. Вот обовила его дом в Чикаго. Думаю, выйду за него замуж и открою там свой салон. А ты как, снимаешься? Где? У кого? Лен. А хочешь, я тебе классного фирмача найду. Все готово. Вот, распишите здесь. Сумма прописью 1500. Да вы что, с ума отошли мою лучшую подругу грабить? Какая прелесть. Ты представляешь, я такую же видела за 1000 долларов в Нью-Йорке. Давай я у тебя за 5000 куплю. Это же с коллекции есть. Извини, подруга, я не продаю. А ты не хотел. Как это? Да вы что, раздумали, что ли? Я все бумаги оформил, в книгу вписал. Нельзя. Это фамильная ценность. Лен, ну что ты, ну не хочешь продавать, бог с тобой. Слушай, пойдем ко мне в кабинет, а? Я сейчас этих артаманов выгоню, мы с тобой в коньячек, а? А хочешь, пойдем к подруге в ресторан? Лен. Отчего вы всегда в черном? Это траур по моей жизни. Я несчастна. Расскажите вы ей советы мои. Душно. Должно быть, ночью будет гроза. Я слышу ее шаги. Я не опоздала? Конечно, я не опоздала. Нет, нет. Весь день мне было страшно. Я так боялась. Красное небо уже начинает восходить с луна, и я... Гнала лошадь, гнала! Волшебница! Что там происходит? Почему посторонняя на сцене? Я не посторонняя. Перерыв! 20 минут! Мы одни. Нет, кто-то там. Никого. Ну, а теперь по ремарке. Поцелуй. Зачем пришла? Мне нужны деньги. Ты можешь мне дать взаймы? Почему я? А почему не ты? Друзья-покровители, что ж, разбежались. Сколько тебе нужно? Сколько не жалко. У меня класс. Конечно, я готов тебе помочь. Ну, а что дальше? Через год? Нужно что-то делать? Буду делать то, что делала раньше. Ну, и чего-то, нет? Ну, еще будет так, кондово, ставить классику в угоду твоей индивидуальности. Да, зато ты у нас авангардист. Авангардист. И меня били за это столько лет. Прежде чем я получил этот театр. Эдуард Николаевич, вы хотели посмотреть мой костюм? Все готово. Иди, Надюша. Я скоро приду. Хорошо, я в гримерке. Твоя новая фаворитка? Ой, перестань. Да ладно. Постой, ты не сказала, сколько тебе нужно. Я одолжу. Много. У тебя столько нет. Прощай. Елена, ты не
Михайловна. Ну, это судьба. Аркадий Семенович, независимый продюсер. Я вам звонил сегодня. По поводу? По поводу концерта в провинции. Отличные условия, хорошие деньги, аншлаги обеспечены, афиши клеются, билеты я взял. Ну, соглашайтесь. Ну, предложение, конечно, заманчивое. Но, понимаете, к сожалению, я не смогу. Я умоляю вас, пожалуйста, выручите меня. У меня актриса заболела. Миленькой, только вы можете заменить. Но я не запасной игрок. Ну, зачем вы так? Вас помнят, вас любят, вы звезда. Ну, Елена Станиславовна. Нет, нет, я очень занята. Извините, я не смогу. Жаль. Очень жаль. Простите, пожалуйста. Ой, дайте нам, пожалуйста, автограф. Да, а? Конечно. А я вот тут у вас спросить хотела. Ну, это, когда с мужчинами голыми снимается, это как? Что как? Они что, по-настоящему или пластырем приклеивают? Отрезают. А? Ну, понятно, значит, по-настоящему. Отвезете? Конечно, конечно, садитесь. Спасибо. А я смотрю, вы стоите. Да, человек человеку душлаг. Только успеваю отбрасывать. А я вас сразу узнал. Вы ведь актриса, да? Не говорите, я сам сейчас помню фамилию. Поехали. Вот, вы забыли. Да, спасибо. Знаете, я 20 лет езжу, а вот живую актрису в первый раз вез. Что же вы раньше трупы возили? Алло, какой Аркадий Семенович? Послушайте, а, впрочем, позвоните мне вечером, я еще занята. Красиво у вас. Вот именно так я представлял себе убежище творца. А я в Хрущевке живу и тесновато. Еще раз спасибо большое. Пожалуйста, красивой женщине рад услужить. Только комплиментов за один вечер. Просто многовато для одной женщины. О, кашу маслом не испортишь. Вы знаете, я такой. Я вот все, что вижу, все, что думаю, так прямо и говорю. А вы одна живете? Тихо у вас. Вы, наверное, торопитесь. Да-да, я сейчас. Я ухожу. Вы знаете, меня женщины не очень. А я, знаете, как все чувствую? Прямо вот тут. У вас аура очень сильная. И не надо ничего говорить. Я сам чувствую. Вы меня отторгаете? Отторгаю. Да-да-да, все правильно.
Все, все, ухожу. А вы не подарите мне свою фотографию? Возьмите. Спасибо. За что? За то, что вы такая есть. До свидания. Зачем ты оставил меня? Прости меня, я так Ну что? Пусто. Нет машины? Нету машины. Батю, Батю, ну что она? Что делает? Курит. Все такая дерганная. Стой. Турбаза часовая. Это надо запомнить. Ничего не понимаю. Ты же все устроил. Я позвонил. Телеграмму я дал. Телекс, факс. Бардак. Я этого так не оставлю. Пошли в гостиницу.
Электричество у нас отключается в 11 часов. А как же мы без света? У нас свечи есть, по рубль 50. Мужчин сюда. Угу. А женщины сюда. Чай пить будем, женщины. А может, шампанское? В таком отеле это обязательно есть. Набочка, а что, винца вам нужно? Так у нас есть шампанское по 70 рублей. Хорошо все должно быть. Вот чувствую я, что все у тебя хорошо будет. Что ж хорошего, у меня уже все в прошлом. Главное, чтобы у тебя все сложилось, малыш. Да. Почитай чего-нибудь. Я к ней вошел полночный час. Она спала, луна сияла. В ее окно и одеяло светился спущенный атлас. Она лежала на спине, ноги раздвоившую грудь, и тихо, как вода в сосуде, стояла жизнь во сне. Классно. Кто это? Буня. Осторожно. Сейчас. Товарищ артист. Оп. Спасибо, голубчик. Спасибо. Продвинь вперед. Сейчас пленку крутить будем. Ага. Будь сделан. Поехали. Вещи собраны? Аркадий Семенович, куда же мы все-таки едем? До километров 20. Сбор будет полным, я гарантирую. Поехали. Времени мало. Быстро, быстро, быстро. А мы что, на грузовике поедем? Извините, Елена Станиславовна, Мерседеса для вас сегодня не будет. Он здесь не пройдет. Поэтому садитесь в кабину и не выступайте, пока вас об этом не просят. Я и так кручусь в 5 утра, чтобы мы могли деньги заработать. Послушайте, вы, Карло Понти. Аркадий Семенович, Аркадий Семенович, мы чудесно я вас умоляю, успокойтесь. Чудесно доедем. Аркадий Семенович. Здесь очень много замечательных мест. Аркадий. Вам будет очень интересно. Вы понимаете, здесь просто замечательные пейзажи. Начинаем улыбаться по маленьким, по среди. Девочки и мальчики. Здрасте. А это что, военная часть?
Да нет, это зона. Мы что, Павел Павлович, здесь будем выступать? Да вы не волнуйтесь, Леночка. Уверяю вас, здесь не так страшно. Они даже, знаете, газеты выписывают. Здравствуйте, товарищи артисты. Здравствуйте. Здравствуйте. С приездом. Вы уж нас извините, товарищи артисты. У нас вчера ЧП случилось, попытка бунта, но мы его локализовали. Так что сейчас все в порядке. И извините, что не смогли вас встретить. Вещи, которые вам нужны с собой? Да, да, да. Прошу за мной. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Азар, тут к нам артисты приехали. Позвони. Закройте там дверь. Дверь закройте. Закройте дверь. Закрыли. Прошу. Прошу, следуйте за мной. Скорей, скорей. Ой. Куда вы нас довезли? Другого что, места нет? Господи, какая разница? Елена Станиславовна, выступили, и где? Видим, что нужно. На женщину красивую посмотреть. Я по горло сыта вашим отелем и сервисом. Теперь в тюрьму привезли. Это не тюрьма. Это и така. Попрошу не отставать. Ага. Пожалуйста, пойдем. Должен вас проинструктировать, товарищи артисты. Контингент у нас специфический, особый. Так что со сцены прошу никому не спускаться. Иногда могут реплики отпускать, как бы это сказать. Похабные. Я бы сказал, непристойные. Да что там? У нас на студии почище ругаются осветители. А режиссеры вообще могут такое завернуть, что не знаешь, куда себя и девать. Да нет, я зал смотрел. Ну, не Ковент Гарден, конечно. Но он шло, он шло. Ладно, я буду первой выступать. А я хотел вас на десерт, Елена Станиславовна. Десерт, он, Наташка пойдет, у нее юбка короче. Ты чего так, Ленка? Куда они? Отряд, куда к нам, отряд, давай! Котлеты ничего были. Зря Ленка отказалась. Повар, видно, из хорошего ресторана. Да, в 49-м кормили иначе. Ты что, Павел Павлович, сидел, что ли? Сидел, девочка, еще студентом. И сидел крепко по самую шляпку. Это при Сталине. И богом, расскажите им о себе, о своем творчестве. Стихи почитайте Константина Симонова. Жди меня. Обойду в пистуфлера. Ну что? Узбас еще не будет. Урку давай! Устану! А ты хохочешь, ты все хохочешь. Кто-то снял тебя в полный рост. Хороводишься с кем захочешь. За 7000 отсюда верст хороводишься. Захочешь за 7000 отсюда вез. А у меня здесь, что здесь у меня? Снег да вьюга, да мороз сжимает в тиски. Но мне жарче, чем тебе на юге, от ревности и от тоски. Весь простуженный, обмороженный, я сквозь ватник пронесу. Вот в южную тело нежное, полуголую твою красу. Вот в южную тело нежное, полуголую твою. А ты хохочешь, ты все.
все хохочешь, совсем раздетая в такой мороз. Хороводишься с кем захочешь, за 7000 отсюда верст. Хороводишься с кем захочешь, за столько много отсюда Чем же так возбуждать? У нас и так обстановка наклина. Лена, мы же с вами договаривались. Сначала вы будете читать стихи, потом вы поете романсы. Я же объявлял. Аркадий Семенович, я вам хочу сказать, что я в этом больше не участвую. Вы что, думали, что здесь Монте-Карло? Я вам обещал полные залы, и я это исполнил. Я работаю как могу. Вы что, удрать хотите? Да, и немедленно. Молодой человек, простите, я могу сейчас добраться до станции? Машины сейчас нет. А что, вас что-нибудь не устраивает? Нет, меня устраивает свобода. Я хочу ехать и идти, куда я хочу, понимаете? У нас вчера бунт был. В какой-то степени ваш приезд не вовремя. Но с другой стороны, ваше выступление, я думаю, ваше искусство пойдет что? На пользу. Правда, репертуар. Искусство? Да вот им что нужно. Я не права, Аркадий Семенович? Леночка, вас же отлично принимали. Все-таки это искусство. Да бросьте вы, Павел Павлович. Просто вам деньги нужны так же, как и мне. А приехали вы сюда заработать, чтобы выжить, и чтобы потом купить свой стакан кефира на ночь. Какая же ты сука, Ленка. Я тебе сейчас покажу. Ты же знаешь, у Павла Павловича жена больная. Ты же знаешь, он ей лекарства ездит, покупает. Ах ты, гадина такая. Не надо, Наташа, не надо, не надо. Обойдемся без нее. Я вам заявляю совершенно официально. Ваш контракт расторгнут. Ну, засуньте его себе. Да ладно, без вас доберусь. С катертью дорога. Подождите, одной нельзя. Друзья мои, что случилось? Все было так хорошо. Просто Лена привыкла, чтобы ее любили. А сама любить не научилась. Это все. Вон прапор стоит. Да, дело знает. Да, строго. Ну чего, давай, Илюх? Давай. Я в отряд за баулом. Чайку попьем, Илюх? Делай красиво. Сам знаешь. Придем? Давай. Куда собрался? Домой. Жду в отряде. Ты сейчас будет. Браток, до станции подвезешь. Пойди, браток. Спасибо. Чтоб вернуться мне в знакомые места, где
я с тобою повстречался, я родная. Я хочу увидеть вновь опять тебя. Срок кончается, и я хочу иного. По тебе страдал я дьявольски, как бес. Если ты не выйдешь замуж за другого, я куплю тебе машину Мерседес. Вы не на станцию? Все дороги ведут на станцию. Ну, садитесь, что же вы? Спасибо. Зак на обочине стоит, видишь? А это что, хлебовозка? Ага, вроде того. Тормозни, надо посмотреть, может, что случилось. Да, я с вами. Говорит, вы идите, я не пойду. Ушли они! Мотор холодный! Сообщить бы надо! Приехать пора, ты сам-то поедешь? Нет! Ну ладно, как знаешь! А вы? Да-да, мне на станцию надо! А мне в другую сторону! Эй, куда вы? Убиты они, как и будут здесь лежать? Хотите помочь следствию? Хотите еще пару суток проторчать? Через час здесь такое начнется. А куда вы идете? Там же дорога, нас кто-нибудь подвезет? Может, и подвезет, а может, и нет. После того, что случилось, навряд ли кто чужака возьмет. Впрочем, вас, наверное, возьмут вы, женщина, но я не советую. Почему? Народ здесь крутой. А вы чересчур привлекательны для этих мест. А что же делать? Хотите, идите за мной. Через лес в три раза короче, можно успеть на поезд. Следующий только завтра. А, собственно, почему я должна вам доверять? Вы понимаете, что я имею в виду? У вас нет другого выхода. Я вас с собой не тащу. Решайте. У меня нет времени. Thank you.
Давайте немного передохнем, а? Спасибо, я уже 2 года отдыхал. Не могу больше. Я устала. И потом давайте познакомимся. Меня Лена зовут. Знаю. А я Булинь. Это что, кличка? Ну да. А так, Илья Сергеевич. Очень приятно. Вы слышите? Успокойтесь. Это не человек. Вы уверены? Абсолютно. Медведь какой-нибудь бродит. Ну вот, теперь через болото, а там рукой подать. Что? Какое болото? Чёртово болото. Вам повезло. Плыть не придется. А вы что, лезть собираетесь? А вы умеете летать? Ну, если обойти. Можно, 8 километров. Нет, ну я не залезу. Я помогу. На лишний груз придется оставить. А у меня нет ничего лишнего. А это? А это мне очень дорого. Но не дороже денег. В общем, выбирайте. Вы или... Или. Ясно? Ясно. Черт с вами. Не могу. Сможешь, сможешь. Да я не поднимусь. Иди за мной, след, след. Не отставай, я сказал. Долго еще? Нам надо идти. А как же мой фильм? Ваш фильм прекрасен, как и вы. Я ухожу. Уходите. Я совсем ухожу. Давайте. Я сама достану фильм, а встретимся на станции. Ну что ж. Желаю удачи. Счастливо. Булинь!
рану. Ой, мамочки. Блин! Илья Сергеевич! Давайте руку. Неужели вы вернулись, Илья Сергеевич? Да, черт возьми. Давно не видел фильмов с вашим участием. Держите! Я собрал все. По-моему, даже больше. Спасибо. Вы достойны благодарности. Скажите, а вы... За что сел? Давно ждал, когда вы спросите. Нет, если не хотите. Галстук неудачно завязал. Как это? Увидел в машине мужика и женщину. А на мужике, кроме галстука, ничего нет. Взял его за галстук и привязал к бамперу. Когда ГАИ меня остановило, он уже почти перегрыз галстук. А эта женщина в машине, она что, была ваша жена? А вы страшный человек, Гулин. Обыкновенная. Что? Что с вами? Да так, ничего. Просто по горам домой лазил. Гулин. Интересно, а почему вас так зовут? Пузел есть такой хитрый. А вообще-то я хирург. В сульпинистве начал в горы ходить, они и прозвали. Зачем вы сюда приехали? Денег заработать. А почему вы ушли, когда я пела? Вам не понравилось? Надрыва не люблю. Зачем вы так? У меня муж умер. Я тоже одна. Я думал, у вас все иначе. Цветы и шампанское. В общем, вечный праздник. Быстро уходи. Да. Да куда? А куда? Туда. Быстро. А-а-а! Там крысы. А здесь люди. Сумку держи. Быстро. Яу! Яу! Сваль, кажись, один.
Ну что там, Кока? Чисто, сват. Дятел, сделай ему подъем. Дядя, подъем. А? Кто такой? Что? Куда идешь? Свой я, свой. Свои-то по спине ползают. Душник отмотал вертлаги, домой качу. Кока, обыщи клиента. Встать. Дятел, держи. Сват, верни ксиву. Одну лямку тянули. Да знаю я его. Нет, поганый. На расконвойке работал. Лямка, она на двух концах бывает. Ты свою 206-ю засунь в жопу и не вякай. Сват, перевязать бы. Терпи. Одежонку с него снимем, дятлу отдадим. Кока, сиди тихо. Вернусь через часок, будут бинты, будет одежа. Ну ладно, погнал я. Сука, дождь кончается. Пожрать принеси. И бабенку. Через этих баб с нар не слезаешь, успеется. А ты тоже жди. Приду, решим, что делать. Покемарю. Чего зыришь? Глаза есть и смотрю. Ну, что видишь? Вижу, соскочили вы. Правильно видишь. Так эти ручонки-то смотаю. На кой ты нам встретился такой красивый? Ой, зря. Кока, отцепись от фраера. А может, мне его рожа не нравится? Шебуршись что-то. Да ладно, брось, крыса, наверное. Чую, бабой пахнет. Я бабу за версту чую. Один шел, точно? Один. Смотри, ты сказал. Вот она! Один, говоришь? Ну-ка, давай, пошла! Пошла, давай! А говорил один. Ай-яй-яй! Баба моя встречать приехала. Любит, значит! А моя не приехала! Но ты, сучара, убью! Ну-ка, ша, сядь! Дятел, я ее трахну! Успеешь еще надрочиться. Сначала свату, после тебя вонять будет. Скажи спасибо, сучка, ему. До смерти заласкаю. Не трожьте ее. У нее болезнь. А ты молчи! Я тебя спрашивал, как человек один шел? Ты что сказал? Погоди, сват придет, я с тобой тоже разберусь. О! Что такое? Совместно. Москва, Париж. В самый раз. Оставишь что там? В самый раз. Уходи! Быстро! Сюда!
На час нельзя оставить. Год побег готовил. И сват. Их двое было. Двое, сват. Сука. Сват, не надо, не надо. Не убивай, сват. Сват, не надо. Больше не могу. Не надо идти. Оставь меня. Еще немного. Сердце. Сердце. Сердце останавливается. Илья. Ильи, что с тобой? Илья, хороший мой. Ну, мы же почти дошли. Вон станция уже близко, слышишь? Ну, вставай же. Хороший мой. Господи, помоги нам. Ну, вставай же. Вставай. Хороший мой. Ну, все. Пойдем. Пойдем. Еще чуть-чуть. Идем, милый мой. Отдохни, я на минутку. Схожу к дежурному, что-нибудь придумаю. Ну? Внимание! Скорый поезд России, сообщение Владивосток-Москва. Проследуйте за остановки. Повторяю. Скорый поезд России, сообщение Владивосток-Москва. Девушка, где здесь начальник станции? Ой, Вербицкая. Дайте, пожалуйста, автограф. Я потом. Боже мой. Дорогие мои. Умоляю, помогите, купите два билета. Не меняю, там со мной человек, он не запомирает. Умоляю, там купите. Он там сейчас, он ждет. Наш клиент. Вчера на буровой зарплату давали. Что, грузит? Взяли. Мешок возьму. Илья! Илья Сергеевич! Заноси. Вы зачем его сюда привезли? А куда мы его денем-то? До трезвяка бензина не хватит. У нас так полна коробочка. Ребята, да вы же труп привезли. Как труп? А это что? Ну, скорее! Милая, скорее! Иди, 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 иди. Поднимайся быстро. Вот так. Илья Сергеевич! Поезд трогается.
ресторан-то, да? Через вагон. Наташка, дай мне свои чулки и косметику. Ну, поживее, слышишь? Елена Станиславовна, что случилось? Я сейчас вам все объясню. Ну, Наташ, быстрее, быстрее. Я тебя умоляю. Дядя. 8:00, племянница. А по Москве? Если доедешь, узнаешь. О, как сердитый дядя. Где-то только таких откармливают. Сесть можно? Свободно. Аккуратнее пассажир, а то тут всякое бывает. И подольют что угодно, и ограбят. Спасибо, мать. Все хорошо. Мужик, слышь, присни маленько. Душа горит. Одно. Мужик сухой. До вокзала не дошел, упал. Свинья. Ладно, конечно. Песни еще, а? А ты что? Нет, ты что? Я одна не пью. Да ладно, будь. Будь. Ваш чай. Слушай, а что ты на меня этот старикан пялится, а? Ну что ты зыришь? Тихо. Козел старый, а? Тихо. Ну тихо. Чё ты? Чё ты зыришь? Тихо, ты! Веди себя прилично. А чё? А меня, кстати, Верка зовут. Верка Перчатка, может, слышал? Ты что, я не слышал? А, ну ты даешь. Да меня сразу пятеро, понял? Ладно, все, иди гуляй. Ты что мне даешь, а? Я ж баксами беру, понял? Я ж в Москве. Я в саму столицу каждый сезон, а еду, да. И хоть ты что? И горяну все. Понял, толстый? Да чего водка, я шампанское люблю. Вообще люблю таких вот мордушек. Что? Не смотрят. Ну, что ты трепухаешься-то? Ты пиравай. И это пью. А вот тебя, чучело огородное, кто так разукрасил? Часом не в ментовке рисовали, а? Сидеть! Кусти, больно. Кого пасешь тут, сука красноперая? Давай колись, иначе я тебе точно кишки на рельсы намотаю. Ну ты козел, дядя. Верку перчатку за легавую принял. Ну что, Сашко, выпьем?
Будь здоров, Микола. Я к нему со всеми делами. Да если бы я знал, я бы с таким бы дерьмом садьбы рядом не села. Да ну и хрен с ним. Давай закусим. Это тебе за козла. Остальное бабками получишь. Будешь в купе до Москвы паинька ехать. Вернешься груженный, не обижу. Доехать дай. Зачем я вам понадобилась? Ну, твои фотографии, картины, мои рассказы о тебе произвели неизгладимое впечатление на мистера Смита. Это продюсер из Голливуда и мой партнер. Мы задумали с твоей помощью родить маленький шедевр. Познакомься, это мистер Смит. Пол. Лена? Мистер Смит, это та самая Елена Вербицкая, с которой вы мечтали встретиться. Вы даже интереснее, чем я ожидал. Нам очень нужна русская женщина, героиня. Да. Это тебе. О, Боже. И поехали. Нужно сегодня. Сегодня же оформить все документы и подписать контракт. Время не терпит. Билеты на самолет я уже заказал. Нет, подождите, мне надо хотя бы переодеться. Заедем сначала ко мне. А я вас кофе угощу. Хотите? Отличная идея. Спасибо. Так. Пошли. Прошу за мной. Вот это дом. Лена! Здравствуйте. Вы меня не узнаете? Не ожидали. Здравствуйте. Я, наверное, не вовремя. Я пойду. Вы никуда не пойдете. Пойдемте в дом, Илья Сергеевич. Пойдемте в дом, Илья Сергеевич.
Леночка, мы с Полом будем ждать тебя в машине. Я правильно тебя понял? Извините меня, Аркадий. И вы тоже, Пол, но ждать меня не нужно. Кофе на сегодня отменяется. Пол, а если это серьезно, позвоните мне завтра утром. Только не очень рано. Еще бы, несерьезно. О, что ты об этом думаешь? Я думаю, это то, что нам надо. Да? Настоящая русская женщина. Милосердие, как в романах Достоевский. Она может играть Маргарита. Она то, что надо. Do not disturb my room, it's my palace. Что это значит?